Возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям следователи теперь смогут в обход налоговой службы. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Он предусматривает, что при наличии повода или достаточных данных, указывающих на признаки преступления, уголовное дело может быть возбуждено и до поступления из налогового органа указанных заключений или информации. Фактически это означает возврат к схеме 90-х, когда полиция возбуждала уголовные дела по налоговым преступлениям, не заручаясь поддержкой налоговой службы. Этот порядок был отменен Дмитрием Медведевым во время его президентства в 2011-м. Сейчас премьер раскритиковал закон, заявив, цитирую, «Но возбуждать можно все, что угодно, особенно по заказу и за деньги, что очень часто, к сожалению, происходило, когда одна структура борется с другой». С Дмитрием Медведевым согласен политолог Дмитрий Скворцов. По его мнению, раньше эта схема действовала так, что причины, по которым полиция возбуждала дела для профессионалов в области налогового законодательства, не казалась такой уж очевидной. Конечно, чем на более ранней стадии будут привлечены специалисты, эксперты именно в этой части, тем меньше будет ошибок. Думаю, что вот такое ускоренное принятие этого закона связано совсем с другим, а именно с нашей практикой использования различных механизмов давления на людей, которые могут проявить нежелательную политическую активность. Уже сейчас существуют механизмы взаимодействия Следственного комитета и налоговой службы, но и они не работают, рассказала Горький ТВ действующая сотрудница налоговой службы. Сейчас у нас действует соглашение о взаимодействии между Следственным комитетом и Федеральной налоговой службой. Согласно этому соглашению, мы с ними должны, по идее, работать в тесном сотрудничестве. Но в моей практике еще не было такого, чтобы вот Следственный комитет что-то такое нарыл, поставил нас в известность, предоставил нам необходимые документы, которые бы нам пригодились в нашей деятельности. Закон направлен на ужесточение законодательства, и предприниматели направляли свои возражения и поправки, однако они не были приняты депутатами во внимание, с сожалением отмечает Павел Солодки, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Для бизнеса это, конечно, очень серьезная проблема, потому что и так у нас более 100 миллиардов отток капитала в этом году, и так бизнес сокращается. И, конечно, все эти меры по ужесточению законов, они приводят только к одному, что все меньше и меньше людей начинает заниматься бизнесом. Впрочем, господин Солодки отмечает, что закон предприниматели будут соблюдать, несмотря на неучет их поправок. По мнению уполномоченного, собираемость налогов это не повысит, а только увеличит отток капитала из страны.